Весь Омск обсуждает героический поступок подростка, спасшего двух маленьких девочек на Иртышской набережной. 16-летний Александр Ергин прыгнул в ледяную воду и буквально вскарабкался по отвесной стене сначала с одним, потом с другим ребенком на руках. Пожалуй, только благодаря его смелости и ловкости жизни детей удалось спасти. Как девочки оказались в воде, где были в этот момент родители, что говорит сам Александр Ергин, все подробности у Данилы Выжевского. В этот вечер на набережной было много людей, поэтому крики о помощи услышали сразу. В ледяную воду с ограждения упали две маленькие девочки. Чтобы спасти дочерей, туда же прыгнул отец. Но сил у мужчины хватило только на то, чтобы держать дочерей над водой. Парень, скажи фамилию, имя, отчество свое. Ергин Александр Андреевич. Голос за кадром — Вадим Хасаншин. В тот вечер он гулял по набережной с сыном. Решил снять, как разлился Иртыш. Увидел толпу около бетонного парапета. Услышал крики. Камеру выключать не стал. Первые впечатления были, что, возможно, рыба там какая-то большая появилась или еще что-то. Когда я подошел, я увидел, что в воде находится мужчина, который держит на руках двух маленьких детей. И молодой человек спускается с парапета, прыгает в воду и начинает помогать тому мужчине, спасать, вытаскивать этих детей. Парень, который с ребенком на руках карабкается по практически отвесной бетонной стене, 16-летний Александр Ергин. Саша занимается спортом, много плавает, поэтому его не остановила даже холодная вода. Прыгнул в воду, схватил ребенка, то есть приподнял из воды, чтобы начал дышать, то есть и все. А потом, то есть так получилось, что течение начало оттаскивать, начал подплывать к бетону, чтобы за что-нибудь ухватиться. Потом ухватился, подождал, пока мне кинут трос, и нас начали вытаскивать. В интернете родители уже осудили. Как же так, не увидели, как девочки, старшие из которых не исполнилось и 7 лет, гуляют по ограждению? Отец девочек уверяет, все было под контролем, но стоило на секунду отвлечься, и едва не произошла трагедия. Как нам рассказал отец девочек, они всей семьей, как обычно, гуляли здесь у воды. Потом папа решил отнести велосипеды, на которых они катались до этого, в машину. Мама отвлеклась на младших сыновей. В это самое время сестры подбежали к краю набережной. Одна поскользнулась, зацепила другую. Обе тут же упали в воду. А когда мама обернулась, услышала уже только бульканье в воде. Жена сразу закричала, я все бросил, тоже побежал, сразу прыгнул в воду за детьми, чтобы их спасать. Вода холодная. И вот. Дочки сразу с испугу за шею начали хвататься и нахлебался воды, под воду несколько раз уходил. Вот, поэтому выплыть здесь не получалось, думал дальше плыть, но сил все меньше и меньше оставалось. Отец девочек не устает благодарить Александра. Семья уже пригласила своего спасателя на чай, праздновать второй день рождения дочерей. Также Сашу ждут и в МЧС, там уже готовят все документы, чтобы представить народного героя к награде. А девочки прошли все обследования в больнице, сейчас они уже дома, и их здоровью ничто не угрожает. Но идти на набережную они теперь наотрез отказываются. Данила Выжевский, Артак Мурадян, новости здесь, Омск.